Всем привет! Как всегда за рулем еду в магазин, в Lidl закупаться. Ну и пока еду, чуть-чуть поболтаем. Расскажу, как у нас дела. Дяденька так быстро проехал. Так, что хотела рассказать. У нас сегодня гораздо лучше дела, что мы немножечко, нам легче стало. И Роману, и мне. Громкие сопли, конечно, подкашливает. Но уже такое отходное и отходящее, как правильно сказать. Отходит, в общем, потихонечку. У меня горло еще шкребет. В общем, в горле что-то еще есть. Но, ой, какая машина красивая, какая-то такая старая, такая красивенькая. Да. Тетенька идет злая. Не пропустили их на пешеходном переходе. Красивая эта машина проехала и не пропустила их, в общем, на пешеходном переходе. Так, что хотела рассказать. Сегодня с утра уже сделала, наконец-то, запись к врачу. Назначила, в общем, время к врачу, к зубному, на осмотр, как-то правильно сказать, на, ну, профилактику, так скажем, да, профилактика, наверное, это называется. Себе и детям сделала термины, запись записалась, в общем. У меня, по-моему, 27-го, ну, как, в общем, недолго ждать, да. Там у Ромки хотели нам вместе сделать записи. Говорят, вы можете с сыном прийти вместе, с младшим. Я говорю, не-не, я говорю, нам желательно отдельно. Ничего страшного, он посидит в кабинете вместе с вами, мы его никуда не будем, он вместе с вами в кабинете посидит и этот спокойно подождет. Я говорю, не, он спокойно не может подождать. Она говорит, да, ну ладно, если вы хотите раздельно, я сделаю вам раздельно. А так могли бы, типа, у нас это нормально, что дети приходят с мамой, маму осмотрели, потом ребенка, типа, он спокойно, ребенок может посидеть и подождать. Я говорю, мой сын не может спокойно посидеть, подождать. Ну, в общем, записали Давиду, как бы там почти сначала на месяц сделали, позже была запись. Как бы я сначала неправильно поняла, она говорит, 2 октября, я так поняла. Ну, записала, все, прихожу пометить себе в календарик, у меня такой календарь на этом... На холодильнике висит, ну и там я записываю все записи, ну, все куда мне нужно, все, там помечаю себе, да. Ну и пришла сразу пометить то, что написала на бумажке, кому, когда, чего. Тут подхожу, в общем, начинаю писать Давиду, а получается это воскресенье. 2 число, это 2 октября, это получается воскресенье. Я тут же сразу перезваниваю, я говорю, я только что, ну, с вашей, ну, взяла другая женщина трубку. И этот, я говорю, только что с вашей коллегой разговаривала, и, ну, мы записались, в общем, к врачу на осмотр. Мой сын, вот, получается, все вроде как правильно. Может быть, я, говорю, неправильно поняла, или она как-то неправильно пометила. Говорю, получилось так, что этот... Воскресенье выпадает. Она посмотрела, говорит, нет, на 2 ноября, говорит, через месяц. Я говорю, так долго ждать? Я говорю, посмотрите, может, где-то пораньше есть. Но она нашла, ну, в общем, на полчаса раньше, так как он в школе, и со школы приходит. Мне желательно было в 3 часа, она на пол третьего, ну, сейчас уже не помню. Блин, я проехала, получается, заболталась. Съезжу. Поеду тогда в Алтичу. Балки поеду. Ну и, в общем, нашла она там на время нам. Получается, что через полмесяца у нас будет этот, как он называется, время к врачу. У нас практически сейчас с Романом вот на следующей неделе будет. Или когда? Ну да, там через недельку. А у него получается через полмесяца где-то вот так вот. Но ничего страшного. Что еще хотела рассказать? Хотела рассказать, ответить на вопросы. Но я уже так быстро приехала, что не знаю, отвечать мне на это. Нет, давайте все-таки, наверное, так сделаем. Пойду я закуплюсь, покажу все вам, а потом уже отвечу на вопросы.
Или оставлю их, если посмотрю, как пойдет. Если что, оставлю на следующее видео. Все. Иду в Алде закупаться. Много, в принципе, мне не нужно. Но молока нет. Фрукты нужны. Ну, там, в общем, по мелочи посмотрю. Смотрите, какая у нас погодка. Такое все серое. Дождик, кто идет, то не идет. В общем, вот так вот у нас. Осень. Я вообще еще хотела в ДМ сходить, но не знаю. Может быть, потом. Посмотрим. Сейчас зайду сначала в Алде, а потом уже посмотрю. Может, схожу в ДМ. Все, вышла из магазина, закупилась. Покажу сейчас все, что купила. Вот она, моя закупочка. Там еще молочко. Оса, ты откуда? Осень, холодно. Ты откуда взялась? Летает все здесь. Так, еще не одна, по-моему. А, еще муха. Все. Так, все, показываю. Все, что купила. Оса. Блин. До сих пор она у меня тут летает, это оса. Сейчас достану себе. Все, она летает у меня тут. Сейчас. Так, туалетная бумага. 3,75. По-моему, 3,75. Что я... Подождите. Да. 3,75 получается туалетная бумага. Так, дальше. Капуста соленая. Вот такая вот. Кстати, я раньше часто брала, сейчас в последнее время не ем такую капусту. Но раньше я ее прям часто брала. Что-то она 69 или 59 центов стоила. Что-то такое. 59 центов, да. Взяла вот такие вот булочки. Эти. Плетенки такие с сыром, там разные. В общем, 2 по 2,19. Давидки в школу и так. Вот такие. И одну 69 центов, по-моему, такая рум. Так, дальше. Пиво Ойра 79. Здесь сколько? 500 грамм. Бананы Ойра 9. Айран 1,19, две штучки Давиду. Вот такие яблочки. Прям пахнут яблоками. Био стоит. Класс. В общем, вкусные должны быть. Прям пахнут яблоками. 2 с копейками. Сейчас посмотрю, скажу. Где апфель, апфель, апфель. Вот, 2,19. 1,99 вот такие мандарины. 75 центов здесь. Ой, 75 центов. 750 грамм. Голова не работает. Три упаковочки. 1,99 стоит. Три упаковочки взяла. Ресепт. 4,99 500 грамм говяжий фарш. Сосиски из говядины. 3,99. 4 штучки здесь. 400 грамм. Дальше. Персики. 2,19. 2,82. Сливки для молочка, в общем, для кофе. 4%. 65 центов. Как это называется-то? Сметанка, сливки, в общем, такие, нежирные. Конфетки Ойра 69. Ойра 39. 1,99 сыр. Ну, поняли, да, какой? Колбасный, резанный, нарезка.
Ойра 59, вот такие мини-огурчики, огурчики, они сколько здесь? 280 грамм по 3 штуки. Ойра 59 сейчас. Потом что? 2,29 вот такое масло взяла. Взяла самое дешевое, две пачки. Не знаю, что тут. Другое прям жаба душит. Взяла такое, не знаю. Так оно из чего? Такое не брала еще. Картошка фри. Не посмотрела, почем замороженная. Чеснок взяла. Чеснок тоже не посмотрела, почем. Кстати, могу посмотреть. Скажу вам сейчас, сколько. Кнобля. А, вот он. 79 центов. 79 центов. Потом взяла вот такие вот донатсы, Ромка любит, пончики. Абрикосы, Ойра 59, сушеные. Потом вот такие вот эти, я делаю такую лапшичку, как макарончики с колбаской, и заливаю сыром, это для них соус. И вот такой вот Ойра 59 или Ойра... Или Ойра 89, этот Филадельфия. Помидоры Ойра 59. Молоко 99. За все я заплатила 76,10 центов. Так, иду ставить тележку. Набрала помидор. Хочу сделать, знаете, у нас это называется фантомас. Многие аджика, кто-то называет кобра, еще как-то. Ну, в общем, буду делать. Все, едем домой. Пока едем, сейчас я вам отвечу. У меня тут комментариев столько. По моей мультиварке, когда я оставила отзыв про нее, да, что меня просили оставить отзыв по моей мультиварке. В общем, пришло столько комментариев, просят ссылочку. Ссылки нашла, где покупала. Покупала я ее в Кауфланде онлайн. В магазинах я не знаю, есть она, нет, была ли или нет. Я именно на сайте Кауфланда, Кауфланд.де покупала. Покупала, тогда она стоила, я вот честно не помню, то ли около 90, то ли около 100 евро. Где-то вот так. В общем, ну не больше 100, да, евро. На нее тогда была скидка, и сейчас я вот тоже девочкам искала ссылку, и смотрю, тоже там она, тоже сейчас со скидкой, и где-то она около 90 сейчас стоит. В принципе, та же самая цена, когда я ее покупала, это было практически 2 года назад. У меня где-то в самом начале, я когда начинала только снимать, я ее покупала, и... Нет, 2 лет нету, но... Ну, где-то года полтора, наверное. Когда я только начинала снимать, я, в общем, делала распаковку. И в распаковке, извиняюсь, что трясет. В распаковке было, в общем, была эта мультиварка, когда я ее заказывала. В общем, я делала обзор на нее. Потом не так давно девочки у меня опять просят, чтобы... Покажи, сделай на нее обзор. Не так давно я ее показывала, рассказывала, показывала, какая она и чего. Посмотрите чуть-чуть вниз туда про этого, пролистайте, посмотрите. Я тоже не могу постоянно одну, вы должны меня понять, не могу постоянно показывать одну мультиварку для новых зрителей, которые приходят, или кто-то не посмотрел то видео, просят еще раз снять. Ну, должны понять, да, что это никому не интересно, ну, если я буду постоянно только мультиварку снимать. В общем, вы меня поняли. Пролистните чуть-чуть назад, посмотрите. Если хотите, ссылочки без проблем. Ну вот, девочка. Угу. Выехала вот так наглую перед носом. Хорошо, что у меня скорость небольшая была. Вот
так. В общем, с мультиваркой. Где я ее покупала? В Кауфланде. На сайте. Ссылку, кому надо, нашла. Кто хочет, если не можете найти, давайте, пишите, я найду вам ссылку, скину. Что еще? Пользуюсь я ей регулярно. Пока никаких нарицаний у меня к ней не было. Все. А, про крышку спрашивали. Крышка там одна или две? Почему скороварка? Ну, одна крышка. Она два в одном. Мультиварка, скороварка. Вот эта крышка, которая закрывается, она, в общем, она и есть скороваркой. Так что там одна крышка. Все. На этом мы эту тему с мультиваркой закроем. Все, наверное. Угу. Доехала и вспомнила. Так что-то спать захотелось. Вспомнила, мне же еще подъезд надо помыть. Блин, так неохота подмести и подъезд помыть. Но мне надо было еще на выходном это сделать. Но что-то я проэтовала, протянула. С этой болезнью совсем. В общем, не знаю, может быть, сейчас помою быстренько. Подмету, помою. Надо же сделать. Все, увидимся с вами завтра в следующем видео. Всем удачи и пока. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить лайк. Всех люблю, целую. До завтра.